Когда спасатели спустились к пострадавшей 68-летней Сочинке, она рассказала, что гуляла по лесу, поскользнулась и упала. Также Сочинка сообщила, что находится в лесу с 11 апреля. После осмотра пострадавшей медики МЧС не смогли найти подтверждение ее словам. Внешних повреждений также не обнаружили. Тем не менее, сама пострадавшая сказала, что не может двигаться. Спасатели на носилках подняли ее к автодороге и передали врачам скорой помощи.